Всем привет. Всем привет. У нас воскресенье, и мы идем с Настей на брови. Хотим вам показать до и после. Записались к девочке. Ламинирование бровей. Коррекция и окраска. Это все стоит 20 евро на одного человека. Сколько у Насти держится эффект? Вы узнавали? Ламинирование 1-2 месяца. Так девочка ориентирует, пишется там на странице. Видим эффект, конечно же. И интересно будет, конечно. Короче, на 1 месяц, да? Да, ну я думаю, 1 месяц придержится. Ну, 20 евро. Я не знаю, напишите, как вы считаете, это дорого или недорого. Запоминайте нас до, и потом будете смотреть, ну, после. Ну, недорого, считай, тебе сделают коррекцию формы, типа, сделать тарас, покрасить это дело, ретик заламинировать. Мы специально брови не выщипывали, не красили, ничего с ними не делали. Уже недели 3, чтобы сходить, и чтобы нам их привели в порядок, да? Да, у меня сами по себе, кстати, тоненькие брови. Будет очень интересно, что же девушка предложит нам. Еще бы на ресничке и шикарно, да, Настя? Ну да, ну, нет прям таких денег, чтобы идти. Ну да, очень дорого. Если и то, и то, и то делать, то получается недешево. Да, волосы, как вы можете тоже видеть, я не окрашиваю. Жду свое время, когда буду красить. Да. Ну, конечно, покажем. У нас такая погода хорошая, я в шоке вообще. Тепло, холодно. А дома у нас очень холодно. Но вот вышли, вообще жара. Тепло нереально. Тепло, солнышко, погода просто супер. Настроение другое, хочется что-то делать, да, двигаться. Ой, такое у меня с билетами приключилось. Я не знаю, я, наверное, расскажу уже, когда сделаем брови, потому что у меня уже немножко рука устала держать телефон. Но я обязательно... А что это такое? Что это такое? Показалось, непонятно, что. В общем, сделаем брови, включимся, покажем. Я вам расскажу ситуацию за билеты. Я вчера так перенервничалась, у меня был такой стресс, что я до сих пор отхожу. Так что все, включимся. Ой, еле дождались автобус. Потому что в воскресенье автобуса вообще нет. В интернете показывают одно время, а в реальности мы ждали 30 минут. Хотя должны были ждать 10 минут. Хорошо, хоть так доехали, потому что я думала, он уже вообще не приедет. Поверните налево на дороге Депострес. Все, мы дома. Мы поняли, как игра Angry Birds. Кто-то играл в детстве в нее. Я играла, у меня была PSP. Мне нравилась эта игра нереально, Angry Birds. А потом у меня это PSP украли на море. Вот я помню это до сих пор. Вот такая вот логическая цепочка у меня пошла. Вот наши брови, вот Настины. У нее ламинирование, коррекция. А, нет, без коррекции. У нее ламинирование и окрашивание. Это стоит 20 евро. Yeah. Насте почему-то не нравится результат. Она как-то расстроена. Что случилось? Что высоко приподняла вот здесь, в ту сторону. Сильно высоко, да, считается? Немножко. Ну, блин, нет, это должно быть так на самом деле, да. Для ламинирования оно так и понятно, что должно быть. Но у меня, только не было где-то волосков, она видела, она должна была их немножко в сторону отвести, потому что, ну вот, лицо такое и брови туда, ну... Еще тебя как-то немножко расстроило, да, как она тебе что-то сказала? Да, она неправильно общается, некорректно, я бы так сказала, своими клиентами. Немного, да. Чуть-чуть пытается как-то сказать. Да, она увидела, короче, суть в том, что у меня, да, не было бровей, но месяца их не выщипывала. И думала, ну окей, типа, скажи как-то более корректно. Ну мы же специально это делали, чтобы пойти и сделать нормальную форму. Эта сторона, да, я сказала, говорю, я не выщипала, но здесь у меня реально, ну я думаю, вам заметно, нет волосиков. Но сама суть, короче, что она мне говорит. Я вам коррекцию не сделаю,
поворачивается к Ане, и как она сказала, вот, припомню эту фразу. Честно, я не особо, я в телефоне была. Я не смогу, вот, с ухмылкой какой-то, говорю, как оно есть, улыбается, типа, поворачивается, как бы и на меня, и на Аню, типа, я не могу это сделать, потому что у вас нет здесь волосиков, потом она через пару минут что-то ей в голову пришло, она потом решила опять, а когда вы выщипывали, типа, брови с таким, типа, ходят? Я говорю, ну, где-то месяц назад. Она говорит, ну, вообще их не трогайте. Ну, то понятно, что их не трогайте так. Я говорю, ну, я как могла, не трогала. Говорю, ну, сами по природе такие брови, что я сделала. Просто тебе еще в детстве сестра кое-что с ними сделала. Да, в детстве, да, сестра мне пыталась их сделать тоже. И поэтому они такие у меня плохие. Настя, я у тебя так скажу, хорошо тебе. Ну хорошо, может, я еще думаю, когда я волосы покрашу, тогда будет, может быть, нормально. Непривычно, просто. Я сейчас так смотрю, хорошо. На улице мне как-то тоже было непонятно. Сейчас смотрю, хорошо. Взгляд выразительный, все отлично. Ну да, глаза хоть проявляются. А мне она сказала, то, что у меня круглое лицо, и мне не подойдет ламинирование. Ну, вот. Покраску тебе и сделала. И сделала мне просто окрашивание и коррекцию, в общем, и все. 15 евро, и Настя 20-35 евро отдали. Да, 35 евро все вместе это получилось как-то так. Еще она сказала, то, что ламинирование будет держаться 2 недели, возможно, месяц. Это как вот, очень мало, потому что мы общались с девочкой, которая, наша подруга, делает сюда ламинирование, и у нее держится 1.5 месяца. Она говорит, что, ну, все мастера, у которых она делала, говорили, что будет держаться 1.5 месяца. Вот, странно, да? Не знаю, она типа так сказала, у кого как, типа, у кого-то день или у кого-то месяц, в зависимости, как вы ухаживаете со своими бровями. Это и так молодая девочка. Ну, в общем, Настя не особо понравилась. Я недовольна, да, она как человек, я считаю, она некорректно общалась. Ну да, и даже когда она говорит круглое лицо, она могла бы сказать как-то по-другому, как-то вот под ваше личико, да, там не особо будет хорошо смотреться ламинирование, я так вижу, вы можете, конечно, там, но она, да, она сказала, я могу вам посоветовать, его сам, ну, круглое лицо, ну, короче, можно было все по-другому сделать, но это, опять-таки, чисто отталкивается, ну, какими-то моментами, знаете, оно аж отталкивает, тем более, ты же не второй, не третий раз приходишь к, ну, к этому человеку, чтобы уже общаться как-то. Ну, в общем, первый раз пришли, типа, ну, не понравился сам человек, не знаю. Это ее работа. Это сугубо лично наше мнение. Да. Возможно, для кого-то это нормально. Мы ни в коем случае сейчас нам напишут, вот, вы обосрали опять мастера. Нет, мы просто рассказываем то, как оно есть, и субъективно свое мнение говорим. Да. А не более того. Мы за вас не говорим, там это дальше. Ну, в общем, как-то так. Не Напишите знаю. Ваши комментарии, у кого лучше, не лучше, не знаю, брови, просто интересно будет почитать ваши комментарии. Да. А волосы... Но мне бы ламинирование реально не подошло, потому что лицо было бы еще больше. И, кстати, на фоне бровей вот теряются губы, это очень заметно, потому что когда не было... не окрашены были брови, то губы более выразительные были, а сейчас губы уже немножко под этот. Смоется? Да, через время смоется, это же краска. Да. В общем, я еще хочу вам рассказать по поводу билета, что у меня произошло. И, в общем, мне сейчас неудобно держать, я сейчас штатив поставлю, вам расскажу. В общем, рассказываю, что у меня произошло с оформлением Deutschland Ticket. Я отменяла эту подписку месяц или два назад, потому что... по причине того, что нам не нужен был этот билет, мы никуда не ездили, не, наверное, месяц назад все-таки, потому что когда еще были каникулы, мы ездили по городам, в общем, не знаю. Вот, ну и надо было заново подключить, чтобы был билет на октябрь. Я захожу в приложение, подключаю, приходит сначала первое письмо, что мы для вас... заказ успешно оформлен, что-то такое. Второе письмо приходит, что есть какая-то проблема, не хватает цифровой подписи. Свяжитесь там с нами по почте, либо по номеру телефона, если ничего не изменится, да, там в течение какого-то времени. Я думаю, блин, еще раз попытаюсь, думаю, может, какой-то глюк, какой-то подписи же не хватает. Думаю, сейчас заново пройду это все, и может быть, высветится у меня этот момент, где там не хватает этой подписи. Сделаю так опять. Опять мне приходит этот же
это же предупреждение, что не хватает цифровой подписи, и опять забронирован. И я уже потом думаю, что-то как-то вообще в голову не пришло, думаю, навряд ли я оформила это все, потому что там не хватает подписи, и я думаю, автоматически билета не будет. Думаю, зайду через сайт. Зашла через сайт, и у меня получилось купить билет. Деньги еще не списаны, но билет у меня высветился сразу же в приложении, то есть автоматически все, все подключилось. И думаю, блин, а что ж все-таки с теми двумя билетами, которые забронированы? Ну, думаю, ну, блин, не хватает же подписи, значит, по-любому они не могут оформиться, да, и деньги не должны будут списаться. Захожу в личный кабинет опять-таки через сайт и смотрю, вижу два бронирования на этот Deutschland Ticket. Я вообще в шоке, смотрю по 49, статус ожидания оплаты перевела, да, сайт. Думаю, блин, что мне делать? Пишу Пете, даю ему, в общем, свой логин и пароль, попросила его, говорю, Петя, зайди, пожалуйста, как-то попробуй мне отменить это, потому что я сейчас наклацаю не то и вообще натворю там то, что не надо делать. Вот, он зашел, все поотменял, я в это время звоню им на горячую линию. В общем, подготовила там, перевела, как мне все правильно сформулировать, чтобы они меня поняли. Ждала девушку минут 15 на линии, она взяла телефон, и я ей все это сказала, она меня поняла. Потом она начала там задавать вопросы, ну там номер мой в этом кабинете, бла-бла-бла. Я ее понимала, а потом я перестала понимать, что она говорит. Она говорила быстро, я ничего не понимала вообще. Я перенервничала, потом Петя говорит, все получилось, ну как бы оформить вот эту вот отмену, да. И он отменил сначала первую эту бронь и вторую. Но пока мне на почту вообще не приходило ничего, пока он мне только скинул то, что ему высвечивалось, то, что ну, он как бы сделал, да, эту отмену. Но опять-таки не знаю, успели мы или нет, потому что там надо в течение 12 часов это сделать. Но 12 часов еще на то время не прошло. Но тем не менее, я все равно до сих пор переживаю и боюсь, что действительно с меня спишут просто... Считайте, 150 евро, 49 за мой активный билет и 49 за те два, которые я забронировала. Ну, я вообще не знаю. Потом мы еще читали, что в беседе в этот же день у многих людей была эта проблема. Настя, в нашем городе? Ты видела, что проблема вот в нашем городе в Телеграме. В беседе тоже писали многие, что какая-то проблема с оформлением Deutschland Ticket'а. Я вообще не знаю, я очень надеюсь, то, что ну, у Пети удалось отменить, и они все правильно сделают, и то, что мой звонок тоже повлияет, что они увидят, что ну, не может быть на одно имя три билета. Один, да, но не, ну, никак не три. Я очень надеюсь на это, потому что действительно, ну, представьте, сейчас на ровном месте 100 евро потерять, это вообще, ну, я буду не то, что в шоке, я не знаю, что будет. Вот. Поэтому будьте осторожны, если оформляете билет, лучше никак я вот это. Я торопилась, думаю, что у меня не получится его купить, надо еще раз, думала, а, цифровая подпись, значит, ее не хватает, значит, автоматически как бы билет, ну, не будет действовать, да, и его там аннулируют, но нет, он бронируется. В общем, очень надеюсь, что все удалось. Петя, еще раз большое спасибо, что ты нам помог с этим мне. У нас, кстати, нормально, я сразу зашла в приложение, сразу взяла, автоматически билет появился в DB-навигатор, и все, никаких проблем. Вот. В общем, все. Спасибо, Петя. И вам спасибо за просмотр этого видео. Пишите в комментариях, как вам брови Насти, как вам мои брови. Были ли у вас подобные ситуации с оформлением билета? Будет интересно почитать, как вы решили эту ситуацию, если она у вас была. Вот. Все. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан, и ждем комментариев. Все. Всем пока.